Да-да-да, там покрути. Какой микрофон ты? А, оба. Понадобится, нам же всем надо будет петь, правильно? Угу. Гитары сразу не нужны. Вот. Соответственно, желающие там уже как-то посаживаться ближе на эти части, да. Ну, в общем-то, известная всем фабула, да, заключается она в следующем. Посадил дедка репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку тянуть. Тянет, потянет, вытянуть не может. А позвал дедка бабку. Потом, давай, раз мы с тобой сегодня весь вечер уже играем, то вот, да, будешь бабкой, да. Она на барабане играет бабкой? По желанию. Однозначно поет, но как бы на барабане тоже возможно. Баба, это, ну, по-индийски, это ж мудрец, там старый потянь человек. Выходи. Баба, да. Я буду бабой. Вот тебе. Главное, что не а, бабка за детку, баба за детку, детка за репку. Позвала бабка внучку. Зови внучку. Баба, зови. Внученька, вот сюда. Без тебя никуда. Занимаем места понравившейся репки. Не-не, все подходим. Это не внучка, это внучка. Внучка. А, вот, прекрасно. Вот, на тебе репку. Да, конечно, да. Итак, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Надо вот так встать тогда. Да, вот так. Итак, внучка за жучку, жучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянуть.
Мяу. Не, не, мы же походим туда, как бы, не стоим с ним одному. Да, мы сейчас вот как раз. Итак, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, баба за детку. А детка уже, соответственно, за репку. А вот она, репка-то! Вот наша репка. Что ж нам еще тянуть-то? Эх! Тянуть сегодня выступает Сергей Елисей. Поприветствуем, поприветствуем! Мышка! Иди сюда, я с ними буду. Хорошо, тогда иди сюда. Yeah.